В среднем за сутки три подстанции скорой медицинской помощи Солнечногорского района выполняют 120 вызовов. В праздничные дни это количество увеличилось в три раза. Во-первых, увеличилось количество травм. Во-вторых, не работали в праздничные дни поликлиники, то есть все вызовы идут к нам на скорую помощь непосредственно. И еще, праздники принято много выпивать и много есть, что тоже приводит к обострениям хронических заболеваний. В празднике намного увеличилось и количество больных, обратившихся за медицинской помощью в приемный покой Центральной районной больницы. Увеличилось количество больных, обратившихся с травмами, избитых, с отморожениями. Но с пиротравмы в этом году поступило всего 2 больных. Одного больного с тяжелым ранением глаза от петарды отправили в московскую клинику. Травма другого более легкая. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками, число больных на этот раз увеличилось почти на 200 человек. Для милиции новогодняя неделя прошла более спокойно. В период с 1 по 10 января на территории Солнечногорского района было зарегистрировано 40 заявлений о преступлениях, из которых 5 грабежей, 16 краж, 5 хулиганских действий, 2 мошеннических действия. Зарегистрировано 3 заявления о недостойном поведении, 8 заявлений о нанесении телесных повреждений. Зарегистрирован 1 факт угона. Праздничные дни никак не повлияли на количество преступлений, зарегистрированных на территории Солнечногорского района. Праздничная неделя прошла так же, как обычные рабочие будни. Несмотря на продолжительные праздники, в Солнечногорском медицинском вытрезвителе число пациентов не увеличилось. В среднем оно составляло 5 человек за сутки. По сравнению с обычными днями, в общем-то, граждане у нас меньше стали поступать. То есть мы доставляли сюда граждан, доставляются в состоянии алкогольного опьянения, но которые не могли передвигаться самостоятельно. С 1 по 12 января в Солнечногорском районе произошло 16 пожаров. Их число по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличилось вдвое. Новый 2006 год начался уже с 6 пожаров, которые произошли по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже печного отопления. Уже 1 января в 15 часов 40 минут начали поступать сообщения на пульт пожарной части 67 о возгораниях. Не обошлось без жертв. 5 января в деревне Смирновка-2 из-за утечки газа из бытового газового баллона произошел пожар, в результате которого погибла хозяйка дома. Ее муж доставлен с серьезными ожогами в больницу.